2012 года Volvo S60 от компании Siva Export UA. Здесь машина пострадала небольшой передний удар. Как видно, здесь усилитель целый. Все целый, радиатор целый. В общем, дальше обходим машину. Здесь у нас отмечены небольшие царапины. Диски у нас в хорошем состоянии. Правда, здесь чуть-чуть поцарапано, но резина у нас свежая. Там 90%. Обходим дальше. Тоже здесь подмечены небольшие царапины. Их еле видно, но здесь пометили. Колеса здесь тоже чуть-чуть поцарапаны. Резина целая. Дальше обходим. Здесь у нас тоже небольшие царапины. Диски у нас тоже поцарапаны чуть-чуть. Резина целая. Здесь тоже небольшие царапины. Салон чистый. Был хороший владелец. Здесь у нас резиновые ковры. Чуть-чуть там грязно. Вот запачкалось. В химчистку можно отправить. Вот так вот. Сейчас мы заглянем внутрь. Так, с машиной пришел один ключ. Вот здесь ключ. Вставляем. Сразу заводится. Аккумулятор сильный. Не надо было бустера. Здесь небольшая ошибка горит. Check engine. Но я думаю, это легко. Так, сейчас тронемся вперед. Машина едет. Вперед. Трансмиссия не прыгает. Двигатель звучит ровно. Стучков нету никаких лишних. Заднего камеры вида нету. Есть люк. Вот. Вот так вот. 2012 Volvo S60.